Иван Турович. Что там такое? Спасибо. Спасибо за розочку. Мама, сколько? Не кричи, вот видишь, тебе говорят, не кричи. О, не пусти, а ты все бай. Чего? Тушимало. Нет, мы на Энгельсе. Меня типа разве перекусы сегодня не будут. Будут картошка фри. Это еще а, не... Тихо-тихо. Он крутой. Это еще не факт. У кого вы дома? У Идриса. Идрис. А телефон, пожалуйста, сейчас упадет. Да не упадет. Упадет. Не, кричи, рация там. А вы у какого дома? Да я сказал. У Идриса. Он сказал уже. Ну, Сана, ну что ты делаешь? Спрашивает, где мы находимся. Сказать? В Энгельсе, совсем. А улица спрашивает. Нет. Да давайте скажи. Ты чего? Советская. Ты не советская. Перекус меня нашел за 3 рубля без барани. Чего? А, это вы. Я отправил 100 раз, вы получили? Нет. Не ври давай тут. Не ври, врун. Что так реагируешь? Я тебе что сказал? Да он врун. Да и что? Как и я. Ой. Кто отгадается, я улыбаюсь или нет? Спасибо. Тебе какой-то топер скилл сым-сым-сым-сым-сым, дай чапалаха, отправил тебе одну розу. Спасибо за розу. Да, чапалаха, да? После этого меня не... Во! Дальше это... Что там? Я отправил тебе 100 раз, он не врет. Спасибо за розочки. Говядина, говядина. Сколько зрителей? 60... А, 63? А ты курица. Чего ты? Кстати, нам надо пойти, успеть, пока не затемнело. Мы же, наверное, в торговом центре снимем. Да, давайте. Хотя нет. Да-да, давай. Дома да. Будем снимать. Да, давайте. А нет, вообще завтра, потому что темно стало. Потому что тут дома. Да, давайте. А во сколько завтра сможете? Не знаю, посмотрим. Утром? Нет, утром дела у меня. А во сколько? Хотя, посмотрим завтра, да, спишемся. Вы куда, в сад? Малой всех распугал, да. Ты реально всех распугал. А на том стрельбе наоборот было. На каком стриме? На другом. Ты чё, чайник? Вы родные братья? Нет, сестры. Салам алейкум. Чё? Чё? Да чё? Не смешно, ты говоришь, сестры, не родные братья. Вы в Дагестане были? Не, не были. Нет, не были. Белосав. Спасибо, Белосав. Белая сова под окном. Эй, не бекуй так мощно на меня. Ты что, богатый? Ты богатый, да? Скинь тогда нам бабок, если ты богатый. Богатый 7. Ты что, Елена, ну не 7? Он сказал, что у него ник богатый 7. И что? Белая сова. Эй, не бекуй. Давай, я почитаю еще. Видишь, как надо прочитать? Это я. Ты меня... Любишь? Нет. Гулять со мной будешь. Нет. Ты лучший такой добрый. Что ты любишь, когда мы вместе? А что еще? Сколько лет, Идрис? Мне 23. А тебе... А у него... Ему вообще... Мне 19. Я... Парень, мне 19, но я уже легенда. 13. Мне 20. Какой 20? Ну, боже, мне 27. Фортнайт или Бабаджи? Фортнайт. Бабаджи. Я на той не играл. Фортнайт или красиво, икис, 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 икис. А ты же играешь, да, Фортнайт? Нет. А ты какой играешь? Ни во что я не играю, только телефон. Я раньше брал Старс, играл, но понял, что это говно. Бравл Старс. Да. Такое говно. Говорит, вы играли? Просто плохая игра была. Ну да. А, стоп. Разве? А, ну да.
зачем писать, чтобы нам что-то отправили? Отправьте правду. Идрис вам нравится, да. Бабаджи или PlayStation 5? Играешь? Я вообще никак Бабаджи. Не играю, и он тоже, он только в ТикТоке сидит. Бабаджи. Что-то делает там. Бабаджи. Что ты любишь? Люда говядина. А что еще? Еще? Сосиску в тесте. А когда мы не видимся? Я скучаю. А что еще? Ничего, отдыхаю. Да, Игрис, нам нравится. Понятно. Понятно. Игрис, а ты где учишься? Я нигде, я закончил уже. Я закончил программу. Мир или война? Пончик. Ну, прочитай, я тебе сказал, да? А, я сказал пончик. Вообще не. Когда будет новый перекус таксиста? Очень скоро, ребята. Очень-очень скоро. Но быстрее будет перекус шаурмичника. Да? Может быть. Да, ну вот. Че, давай выходим. Нет, стой. Да. Ну нет. Давай выходим. О, Эри. Тебе надо, пора уже поехать. Эри диско откушую. Тебе говорят? Че говорят? Эри диско откушую. Сейчас, может, еще что-то. Когда будет перекус за 5000? Спасибо за подарок. Спасибо. Ты что? На диктор. А сколько зрителей там? Неком. Что это? Давай, смотри. Давайте 70 зрителей. Малой, погнал. Да давайте 7 зрителей, пожалуйста. О, спасибо за гоу-гоу. Уже 8? А, нет, 65 зрителей. Можно задать вопрос, кем работаешь? Пока что нельзя, иногда таки. Спасибо. Привет, такси из Питера. Ну, привет, такси из Питера. Привет. Суп говядина. Давайте 70 зрителей. Как не кипишу, будет 70 зрителей. Чего? Давайте 80 зрителей. А, уже 70? 80! Я сказал 80. Подарочки говядина. Я сказал 80. Ты чего, Руслан? В этом видео травмоопасные действия. Блок. 80, а не 77. 80. Понял? 80. За маму будет. 80 зрителей. Я сказал 90, не 80. Ну все, хватит, малой. Мы 5 минут еще будем в стриме, ребят, и все, выходим. Зачем ребенок бьешь? Зачем? Я тебя бью, Руслан? Да. Я сказал 90, а не 80. Ну все, хватит, Руслан, я тебе что скажу? Не знаю. Все, ребят, мы прям еще 5 минут, еще выходим все. Да, 3. Ну, 3, да. 80. Че так темно? Давай я вперед сяду. Чуть-чуть назад. Темно? Да, потому что уже видишь, темно становится. Нет, тут светло. Темно, то светло. Ну, потому что я близость. Тут ты знаешь, что я Руслан. Я много раз сказал в стриме. А. Руслан. Ты нет, он меня не бьет. Я его бью. Спасибо. Спасибо за розочку. Спасибо. Руслан. А ты спасибо. Спасибо. Ты не даешь, чтобы я что-то сказал. Вот так, за розочку. Спасибо. А, надо вот так. Свитч отправил тебе одну розочку. Во. Спасибо, Свитч. Спасибо, Свитч. О, видишь, сколько у тебя зрителей? Потому что ты не кипящуешь. Не кипящуешь, все нормально. Все. Все. Кто подарки дарит, ты мне скажешь? Да. Ну, убери. Ты что фигнем опять начал заняться? Потому что это стакан. И что? Свич, какая? Свич. Ужас тут. Вы просто говядину чек пишете, да? Когда стрим начинаете? Да. Но зачем это интересно? Не обязан. Не обязан. Потому что, не что ты нищий. Это рафл. Трофл. Знаете, что это? Ну, типа смешно? Скала умеет оценивать перекусы, да. Да. Ребенок из говядины. Не, да. Нет, он... свинина. Курица, эти баллы. Суп куриный.
Блин. Давайте на 1 миллион, ой, на 2 миллиона подписчиков съедите кусочек свинины. Нет. Да блин. Уважаю. Точки? Да. Точки. Что такое точки? Это не точки, это таджики, это типа ты таджик. Не, он пишет точки. Это обозначает таджик, ты таджик типа. Я согласен, что лепешка не из говядины. Да. Согласен. Ладно, ребят. Всем пока, всех обнял. Пока-пока. Нормально пока говорим. До свидания.